Вот что у меня есть. Советский бинокль. Театральный. С помощью него можно сделать объектив. Можно взять телефон, запустить камеру. Я обычно выставляю фото 1:1 квадратом. И сделать зум. У меня вот небольшой зум трехкратный. Его хватает, чтобы не было видно краев линзы. Если края видно, уже фотография портится. Я выставляю зум, и краев уже не видно. И так получается такой телеобъектив. Длиннофокусная, можно снимать то, что происходит во дворе, например, или на дальние, на любые дальние расстояния. Вот, и я как-то еще весной, в мае, что ли, когда листочки только распускаются, вы знаете, такой самый красивый период, самый такой, как вот говорится, как в песне, горсть тепла после долгой зимы. Вот только лепесточки, эти как они называются, листочки пошли, они еще не распустились уже в лопухи, а они маленькие, через деревья как будто бы свет такой зеленый пробивается, вот как в фильме у Балабанова. Я тоже хочу, там вот как раз такой период они застали. Вот. Не, там буквально сколько-то дней они, вот такой период идет. Потом они уже распускаются, уже фигня получается. А вот именно вот когда вот такие только маленькие листочки, и как будто бы свет через них такой зеленый. Я вот снял такое видео тоже. Но видео куда-то потерялось. Но есть фотографии. Поэтому сегодня я вам покажу такие фотографии с того периода.